противник гражданский? Да. А там помесь, все. И гражданские, и всякие хрени. Все, кто выглядит, не так понимаю. Да. Подожди ты, господи. Синий шлем, это не свой, не? Ну, баста, мы должны быть свои. Работает. Понял. Ну, сейчас сюда полезут все. Проходим, не стоим, проходим, проходим. Кто, блядь, минус, сука, поставил на входе? Чё за долбоёб? Своя, что ли, была? Да. Ой, отметочку, наверное, не дали, надеюсь. Нет, метка стоит. Ух, я думал, на пожарке там люди есть, а там их до хрена. Я стрелял с севера, да, там идут? Да, с запада. Тебя так как убили? Не, с пожарки ДШК. Я выглянул посмотреть, кого-нибудь увидеть. Увидел только, как у меня трассер летит. Причем точно. Там есть, блядь. Пацаны из РБ, я смотрю. Нормально. Бля, все серые идут. И там я мин ставил. Алекс, тебя так как убили. Да, я на самый верх залез, вообще смотреться просто на башенку, короче. И тут уже стрелять начали, подавили там. И все. Ясно. Эть. Я все убил. Ни одного успел убить пулеметчика там. Гонза умер? Угу. Кровь долго истекал и понял. Да-да-да, и морда в снег лежал. Кого из карда убил? Меня первым. Я думал, не успею. Что не успеешь? Кого-то убить? Да. Там сложно было не убить. Быстро подошли еще так. Капец. А вы где стартуете, Паш? На юге. На юге. На маяке, что ли? Ну там, да. Блин, я не знал. Думал, где-то на севере стартуете.
Оп, кто-то на мине. Угу, еще одно нашел. Что это? Может, Алекс? Что интересно, у меня два этих в списке, два года замерзли, два раза. Я? Он без сознания сначала. Два. Без сознания были. Два. Какой-то глючность. Ох, краб сейчас как залезет куда-нибудь. Так, Йонг, давай, штурма. Кто там? Йонг? Да там, Йонг. Там пацаны из РБ, я тоже не лыком шит. А он зря так прямо там топчется, там лежит у бочки. Сейчас его примут. Под Уралом, под Уралом пролезть можно уже, е-мое. Они туда-сюда бегают. Может, ты миску делал? Нет. Просто сломается, по-моему. Да, он больше сломает. Нашли его. Нашли. Ты застрял. Подожди, еще один. Че, один сзади. Да. Бедный Йонг. Да пиздец, текстуры заблочили, блядь. Я его вижу, блядь, пытаюсь стрельнуть, блядь. У меня прицел, короче, дергается, ничего не могу сделать. И ни вперед, ни назад, блядь. Ты там посмотри, сколько ты бегал вообще в этот них. О, да? Холодка убили. Да. Откуда, сверху, что ли? Вроде... ХЗ. Вообще непонятно. Может, Тоби убил его? Да, он обик вот видит. С крыши, да. А, он краба. Видел, по краба стрелял. Че там краб? Турмует. А, пытается найти, где его сейчас убьют. Угу. А как ворон туда забрался? Куда туда? Угу. А, с этой, с больнички можно скрыться. Да, да, да. Да. Старый глюк. Там два варианта. Ты прыгаешь целый, кровь пускаешь, либо прыгаешь, еще и ноги ломаешь. Потом ползаешь по этой крыше. Ну-ка, корус. Какую миссию сегодня первую хотел поставить ты? Первую? Да, первый. Что-то там на рубе как бы мало было. А там что-то про Украину опять. Пять, а вот грубо. Кабанина, да. Который. Не, Кабанина это четко. Она еще может, кстати, не взлететь за это. А, из-за чехов, может, там какие-то из Чехии.
А, халатник-то у меня живой, но он видит. Да он без сознания сейчас, не знаю. Нет, он очнулся уже, все. А, я ну? Лечится. Сейчас я его слышу, там кто, за стенкой кто-то. Слышит, слышит. Князь. Интересно. Князь слышит вроде. Если я слышу. Если он слышит. Чё ДВшники там сидят уже? Пути же идут куда-нибудь. ДВшники? Да. Ты подожди, они сейчас еще отступать начнут. Уже было такое не один раз. Они натыкали на какое-то сопротивление, чтобы отходить. Как американцы, ё-мы. Да. Истинные. Так кто сейчас так стрелял? Готов, что ли? Нет. Рамиреса убили. О, побежали куда-то. Корвус, но не понимает вообще, что происходит. А, там кого-то убило даже наверху. А, нет, ранен. Корвус. И... Даркнесса. Ох, прям под Корвусом. Блядь. Меткий, блядь, кидатель, сука, гранат какой-то. Меткий крал, блядь. Пиздец, нахуй. Да пусть войдет, попробуй. АПКшник затащит. А ты знаешь что? Он войдет, он кинул гранаты, там гранаты вышибло из-под... Плит, кучу плит бетонных. А мы думали, мы побеждаем. Никого не было. Да, кто-то откуда? Я туда полез. А как это? Как это вообще-то? Сказали, вы тут пожарки едут. Нахуя? А ты-то как умер? А чё, граната прилетела прям в меня, как? А чё? А нафиг ты ко мне подошёл? Лечить тебя пытался. Через вылетел? Стенку? Через пол? Ну, вдруг. Вот кочегар даёт, конечно. Нет, нифига. Вы мне сказали на брифинге, что вы там мины-то будете ставить. Я потом ходил орал, не смейте заходить на базар, там мины. Меня там не было, не было. Я а мины... карта? Я мины поставил, я сюда даже не посмотрел на карту, мины поставил и пошел фрагать. Пошел я еще у входа стоял, я орал, не заходите на базар, стоят мины. Только отхожу, слышу взрыв, разворачиваюсь, вижу кочегар лежит, и за ним следом Корвус несется. Следующий, там как бы мина вторая, через 5 метров стоит. Кропоточение уже дым забрасывает. Да ломает, ё-мо, знаешь. А у вас Доник научил? Да. Кто это? Укроп. Давай, укроп, штурмуй. Вперед. Кого он там штурмует? Сейчас увидишь. Пустой город? Пустой город. А танк, кстати, так и рассчитано, что два входа. Пожарку? На базар. А, ну я не знаю, автор, наверное, что так сказать. Прошли мимо. Там один вход вот слева, как бы. Ну вот где я умер, только прямо идти, вот где в сторону стройки. Там может пройти. Нифига, о, блин, интерес.
Ну, ну. А что, у меня глушители, что ли, если не понял? Кто помнит глушители стрелял? Хороший вопрос. Я, короче, вылез, ну, на строить, знаете, на леса. У меня хоп, несколько патронов в шкафу, хуй знает, там летело. Хули не доволен. Вон обе только. Бедный Шурман, у него оружие не для города. Ну да. А? О, Шурман, вот здесь давай, можно пропустить. Красава, иди. Хаттаб вообще бесстрашный. Хаттаб же. Шурман, залез давай, на забегай прям на пролом, Шурман, давай, давай. Там помза, что ли? Там Монка. Если он его видит, нет. Да видно ее. Давай, ну. Ну. Ты че ты? Нет, он ее она не видит. Он ее не видит, так он не идет, гад. Ну заебись, Darkness, ты как ее поставил? Darkness. Ты как Монку ставил? Вообще, оп. О, попадал. Неважно. Обе убили. Обе убили. Шурман ранен. Арклес, ты как монку ставил? Ты... А кто Шульмана-то завалил? Все-таки из больнички. Не-не, обе вон. Врагам он пострелял. Обе-то вообще не было. А с Доником стоит, как копанный. Даркнесс. Перезашли, скорее всего. Счет посмотрим, да? Кто перезашел? А вот Аздоник по-любому выживет. Ну, он там стоит. Да. Даркнесс, ты тут? Весь чумазый такой. Я думал, побеждаем. Там не чумазый такой, Загар так лег. Ну чё, у меня метки на мине в головке стояли, так? На кого? На мине. Да я не видел мины даже. Ну, ты сейчас видишь как? На карте. Нет, у меня там даже мин нету. Ну, бля, просто ДВшники как-то прошли мимо них вообще. Не знаю, знаешь, что я тебе скажу. Мимо мин прошли? Да. Может, их не взвели? Нет, я их сам вводил на растяжку ставил. Не знаю. Вот Монку, кажись, не взвели. Кто-то. Вот Сален лежит, молодец. О, хрен как достать оттуда. Сейчас там Солт. Ты Монку не взвел, кажись, точно. Только на кран разве что залезть. А Солт все умер сейчас. Умрет. Или на телемашт. Как же так? Да ему сейчас гранаты выкидают. Да? А там же эти. Бригада. Ну разве что это кто-то очень точно кинет. Да красный, может. Они знают, что он там? Ну, слышат, вроде. А как он слышит? Лежит. Лежит. Стонет вон. Видишь, он стонет. Видишь, он стонет. Он стонет. Слышишь, это какой он красивый. Кто это внизу там стонет? Солт. Че, не Солта не проверяет? Солт, блин, мимо от него ходит. Он уже все охрипит. Потому что они могут по лестнице там добраться. Или не могут. Могут. Краб, раненых проверяй. Краб, не краб. Сейчас проверю. Слышал. Ой, да. Отмучился, бедолага. Да, да, да. Да, господи, руби уже. Да подожди. Да сейчас Доник в кашне за это летать. Сколько нам время, да, Паш? Ой, я не помню. Еще 20 минут. Ну сам посмотри, двое, трое. Нормально, что затащит ты чё? У меня там, знаешь, как рынок заминировал? Да какой двое, а там в кашне.
Ну вот, они за здойником пойдут и все. Блин, чуть-чуть не дорвал. Кто-то добирал до меня. Шульман, Шульман. Ты, кстати, был в шаге от подрыва на Монке. Понятно. Какая-то ты... была да, без сумка. Да, нет, да. Ну, ты включи где-то умер. Смотри, она там стоит и не... Просто не туда попал. Ты повезло. Да, не туда. Кто там-то... Хотя... Идёт кто-то на мину рваться? Да, что-то особо. Пока что. А Тоник заменит? Нет. Угу. Только главный вход заменит. Что, до последней? И запасной. А больше как? Ну и всё. Мины две стоят. Короче, входы заминированы, всё. А я когда в броне играл, бегу куда-то на позицию. Смотрю колок, думаю, лучше пойду назад. Иду назад, и на моих следах тоже колок стоит. И я что-то засмущался чуть-чуть. А нуб это игрок, что ли? Да. Ну он нуб. Я сначала подумал, это бот. Куда он смотрит вообще? Я не понимаю, что он делает вообще. Он сектор прикрывает. Да, он делает. Смотрит, охраняет сектор. Сейчас ему спину. Сектор дом? Да. Сектор, сектор. Окно. Сектор дом на барабане. Окно снаружи прикрывает. От ветра закрывает. Что ты делаешь? Сейчас в Урал сядет и уедет. Ну это по текстуркам кто-то ходит. В текстурке прям всплывает в дом. Да это лагерь. Оооо, кто-кто? Ну и все. Ух, да. Только один. Кто это был? Ух. Здесь, блин, укроп говорил, я прослушал. Че он говорил? А Здоника окружает, кстати. Да. Ща, надо АФК затратить. А кто там на крышу залез, на крыше лежал? Здание. А, ворон уже? Да, ничего, я там как-то... А, и Инфернал, и я, да. Так как ты беспалевно лежал, такой поднялся, мы таки в город заходим. Что за тоскливая музыка такая? Так я вообще в другую сторону смотрю, вот зачем потом Инферно убили, я туда пошел. Как-то скорость 15. Если минут, здесь как минимум... Савер починил это, превентивную бомбежку района, то вот будет сейчас жестко. В смысле? Время пошло? А если не этот, они не захватывают вовремя. Здесь ковровая бомбардировка прокатывается. Ну, по своим же, да? В смысле, это да. В конце или... Да. Во сколько минут это начинается? Я не помню. Думаем, что в 30, надеюсь. Чтобы недолго ждать. В 29. А мне кажется, нуб хочет самолет сбить. Который ковры пойдет метать? Который, да, в конце. Мне нуб нравится, как стоит. Убили. Я же говорил. Было, я ничего не мог делать вообще. Сейчас, с чем ты не смог справиться? Это имя, это имя, это проклятое имя. Да. Блин, это так как корабль взял, так он и поплывет. Или она отодвинулась, типа. А, вот, вот, Салан лежит. Я же говорю, что пацанов так кого-то видел на пожарке. Салан. Ну. Салан. Сасан. Салан. Салан. Сальце. Я... А, помещи по своей постреляли. Потом. Потом я на мине подорвался. Вообще по красоте. Где ты подорвался? Ну, видишь, на сало, на посмотри, вот видишь, там справа труп лежит. Вот это я лежу такой. Красивый. Что там, создание уже? Ну блин, вот это вот то, что вход ломается, точнее, вот что там было. Это не лол, очень... а чё я не зашел, я с Доника не спасил? Лол. АФКшно? А он как там попал? Ну, да вон там сломалось, я говорю, не очень, что за фигня там? В смысле сломалось? В прямом, там куда-то... Чё, чё за дитмазай рядом с ним стоит? Нахереть теперь. Тупо. Надо было с Доником минировать. Как мы должны знать об этом, Паша? Не очень же, ну. Сейчас найдут его? Ну и всё, захватят. Да, всё. Чё ж ты... Краб не может найти, как подняться на башню. Сейчас все укроп, укроп такой идиот просто. Ну-ка, 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 давай уходит. Вперед, красава. Давай, давай, давай! Пошел лутать, мой труп хорош. Так там и насунулся. Лол, вот что было такое? Замена своей капли белого называется. Что случилось вообще? Мина?
Блин, укроп, зачем ты в эту сторону пошел? Тебе надо было с помощью багов на базу залазить. Вот посмотрите, вот сейчас на Салан и рядом с ним парень лежит. Краб. Краб, похоже, что-то знает. Заподозрили. Догадывается. Главное, что пятку не заметил. Либо лутает, либо что-то знает. Не, он не видит его. Он лутает. Ну, догадываться же он может. А он смотрит мой стрим. Смотри. Подошел. Сейчас что-то будет. Кто это тут? Сейчас что-то будет. По-моему, Сталин вообще АФК. Чует. Сталин, кажется, на АФК так же, как Азуни. Такой. Что там? Ну вы видите? Там уже щелка. Скользит. Сталин АФК лежит. Не, он не АФК. Нет, он стволом двигает. Хорошо. Он еще ранен, нет? Вот и уже нет. Еще ранен. Насовали. Ранен. Все, теперь все. Как так-то? Думали, заметишь. Ты его за текстуры дерева не видел там? Вообще. Не, вообще. Стоник ожил. Все, что затащим. Он не знает, что мины стоят. Блин. Нет, там монка одна, ой, ну да, монка на входе, только же тоже не взведенная. А че, в смысле взведенная она? Как ты вторую, не это самое? Как ты ее взводил? Направил и все. Самолет не летит. Ага, а растяжку кто будет ставить? Видимо, не сразу. А туда зачем растяжку, если я направил? Это же клеймер. Это не клеймер. Тоже, это не клеймер, тут тоже надо растяжку ставить. Кто так сделал? Всегда так было. Ну, у второй есть растяжка. У второго входа. Ну ладно. Вот сейчас. Ой, а, ну она сюда. Сейчас он туда идет, да? Разминирует. Телом. Кто идет? Не пиши Азденику так палевно. Кто такой? А, не успели написать. Взорвался. Кто еще минусанулся? Алло, кто там пишет? Понятно. Кто там подорвался? Корвус, убери. Я махнул подорвал. Кто? Так, Сталину там лезет. Ты залип и было слышно, когда зданию попишешь. Весь отстрел слышит. А, так это меня с домика спалили, да? Нет, Пахнул, просто на мини подорвался. Я подорвался на мини. Я вообще-то в ВК писал. Ну а то никуда. Не, в общем-то. Ну вот Азденик, блин, ну там только что два человека взорвалось, и он туда же идет. Ну он решил посмотреть, а чего ж не помню. Есть ли там третья мина, да? Почему там люди гибнут? Наверное, подумаешь. Зачем в АКшке прорисовывать каждый патрон? У кого? В АКшке прорисован каждый патрон. Не каждый, только два верхних. А кто просто на Сталина приблизил камеру и смотрю. Хрена залутанный зашел такой, полутался. Говорю, сейчас АФКшники затащит. Блять, сука, ванга ебаная. Что-то я не понял про каждый патрон. О, ну-ка, сейчас ДВшник может на мины у церкви нарвется. Где? Не-не-не. В церкви он, ниже в церкви. Не, там, не там. Вряд ли, конечно. Это просто нарисован два патрона сверху. Он уже прошел их, они там далеко. Не-не-не, впереди, вот перед входом там. Есть одна. Правда, вряд ли он туда пойдет. Это кто там? Пизда? Лютый, да. С трубой. Да, пулеметчик. О! Я туда зашел, да. Сейчас бы себя бокбластом убить. Тебя, убил нормально. Кого? Не знаю, я вижу там тело. Я тепловизор включил. Спектатор. Ранен. Ранен? Да. Хуя себе. Снаряд головой словил ранен. Да я-то готов, в меня с РПГ прилетело, только я не понял. А, это другой ранен. Как так? Я подъехал.
Сейчас Аздоник затащит реально. Ты говоришь, что хоть пиздец? АФКшники затащит. Да. Да, Аздоник с этого... Да. Ребята, смотрите, какую лазейку нашли, оказывается, там. К Салину или куда? К Аздонику. Тут, оказывается, на больничке эта лестница работает. Так вот. А Салин все так же неподвижен. Ну, верно. У меня почему-то, блин, у меня спектакль... Сахвола сейчас его заметит. Ай-яй-яй. Ну он же слышит. Нет, не слышит. Друг друга не слышит. Жоп, топ, тише. Не, он сейчас ли вниз посмотрит туда? О, он прыгает. О, красава, сейчас. Е-е-е. Слышал. Сейчас выйдет и без сознанку поют. Он даже в бок это, наверное, не посмотрит. Он ноги себе сломал. Типичный случай идиотии какой-то. Сейчас Доник патрулирует. Прыгал бы на доски, блин. Слышал. По стенам водят Доник. Да выйди ты вперед, ну господи. ВХ, ВХ плюс вверх. Палится. Да-да-да-да. Тихо-тихо-тихо. Ну давай, брат. Ну давай же. Ну же. Сейчас и лучше будет. Ой, ну сейчас он видит. Да-да, всё. Сам к нему подпрессовал. Дарс, премию Дарвина получает некто Халодок. От краба. Ой, ДВшники там он заходит. Куда? О, Смитана вот приехал. Туда заходят именно, да. Спектатор. Именно туда. Да, Сдоник выносит прям ух. По-моему, Спитер завез свои читы. Чё Монка не срабатывает? Даркнесс. Да потому что я думал, что ты клеем раздай. А как первая сработала? А, так там-то я растяжку поставил. А во второй-то почему не поставил? Потому что там видишь, какой проходик узенький, в 10 сантиметров. Ну там же 5 секунд дается на активацию. То есть ты ставишь... Да я про то, что я думаю, там не надо и так дотянется. Не, он вообще же... Эти проснулся. Вообще тоже видят, что там мины идут спокойно дальше. Сумасшедший! Надо было сказать, да, что ты будешь минировать вход. Я уже потом карту пострелял, думал, не будешь минировать. Думал, Корус там все мины забрал. Ну я все забрал этих. Ну я-то и раньше забрал. Я помзы все забрал, а ну ты у нас. Ты забот? Не, помзы я две скиснул. Ну а я 4 взял. Да было их 12. Ну что поделать. Вот так Кочегарь умер. Да. Надо карту проверять. Да. О, мина. А вы рубить хотели. Видите, Аздоник пришел. О-о-о. Ну-ка, может на мину нарвет. Давай, все, левее. Как-то говорили, то что депо полностью чисто. Как он туда зашел? Ни разу не забежали в нижний круг. Он помолиться зашел. Где? Опа, смотри, дверщик вышел. Да, что палит тебе. Ну, Спитер все. Надеюсь, там еще мины есть по периметру. Не, больше нет. О-о-о! Вот так приехал. Ворон. Ворон решил все оружие проверить. Опа-опа. Все, убил. Ох, нифига себе! Хорош. Вот это да! Он его увидел, решил улучшить позицию и просрался. Ага. Вот. Да никто не дает. Просто от бедра, наверное, начал. Сейчас Аздоник придет, кричать будет. Угу. Какого хуя, да? Че это за отряд такой? Из одного человека. Кажись, самолет летит или нет? Отряд, который занимает больше половины сервера. О, был Лукар. Все, убили Лорена сейчас.
Фига себе, он далеко бьет. А его-то кто убил? Так а чё, а кто бота взял, Питер Скотта? В смысле лагает? Он же сорцеохой. У меня даже не лагает. Это такой игрок. Не, понимаешь, у меня, блядь, это и у него такой? Да. В городе, провисовка меньше километра. Все настройки в ноль выкручены. У меня безостановочно фризует на полсекунды-секунды. Это батлайн. Дефрагментацию сделай диск. У тебя комп хуже моего, я удивлен. Вон же такая же даже, меня даже своего сейчас отстрелял. Сколько у тебя? Я своего отстрелял. Не верим. А вот Питер Скотт может сейчас видеть это. А арму-то я переустановил, вроде нормально работает. На другой диск даже поставим, да? Антивирус проверь. Вчера пробовал на ВОГе или у тебя... Вчера на ВОГе, да, кажется, фигня была. Но я переустановил, конечно. Когда самолет взлетел? По-моему, не будет. Он сломан. Он на взлете взорвался. Что? Не взлетел. Беспилотник. Не, он летит вон. F-12 за бота, я смотрю. Ой, F-35. Он по кругу летает. Какой F-35? Ты о чем? Рексар однорукий и лом. Однорукий точно. Да. Ну у него же рука сломана. А кто такой? Он носом перед бегает, да? Это лом. Почему-то у него ник не такой, как надо. Кто-кто? Лом. Надо сейчас смотреть по тесту. Представляете, сейчас он убьет и рога сдоника есть. Кто? Рексар. Однорукий убьет. Рукой? Да. Самая быстрая рука на отстреле. Реально будет самой быстрой рукой, если убьет. Соловлива ручка. Блайн. А в этом проходе помза есть? Нет. Нет. Следующий. Нет. Больше. Нет. Сейчас узнаем. Там ДВ каким-то чудом все обошли. А, ну да, табуном целом прошли уже нормально. А он уже по проверенной тропе ходит. Все обследовали своими телами. Там осталось-то 2 минуты, даже меньше. Ну так постепенно вас в одну точку загоняли. 45. Мне кажется, короче, это, Зоник выиграл. А, значит, еще скрипт не это, не успел. Ну еще полторы минуты. 2 минуты-то подождем. Да, конечно. Рексар вот один возможен. Мне же не засчитает, да, тех двух человек? Мины, по-моему, вообще не засчитает. Ну, блядь. Мины не засчитывают, наоборот. Ну, хочешь. Нам вообще не нужны. Вообще странно, что Питер Скотт не видит это... Цены. А Зоник в укрытие зашел от самолета. По-моему, он просто ушел. Ну, он так у него прицела-то нет, кто-то не видит. Ну, в этом Сталин же убил церковь кого-то. По оптике. Нет, он у Сталина убил. А, нет, там есть сердцевушка. Да, ну все, вот так. У Рексар. Который краб подарил. А вот и музычка. Смотрите, вы верите в Рексара? Нет. Уже нет. У него сломана рука. Так. Он даже пошел убойся. Ногой там играет. Не-не-не, сейчас бомбежка будет. А, да, давайте закончим. Бомбежка от Аздоник. Причем он выживет, а этих всех завалит. Тут получается ни хинтов, ни хайплотектов, ни зона не красит, да, никак не поймешь, за хочу. Да-да. 45 бомбежка будет. Две. Одна. Вот сейчас должна быть, сейчас пойди. Да она летит уже, самолет. Я вас смотрю, летает. Да это что-то непонятно. Нет, он вокруг округу летит, да? Да, он могло бы это увидеть. Он должен выпрыгнуть. Он начал ускоряться. Да. Какая цель у самолета? Разбомбить. Взорвать все. Что-то он не туда летит пока. Или туда, а туда. У нас до них укрытие.
обязательно закрыть. По-моему, скрипт не сработал. Ну что, говно? Он уже над городом пролетел. Все, да, он пролетел, он походу возвращается. Мистер Иксон на взрыв глядит. Вроде что-то скинул, не? Да? Да это Аздоник опять. Поймал уже. А какого лом здесь надо жить? Ну что? Да. Все руби. Да. Надо бы надо. Миссия сломана. Аздоник. Страдмучения закончили.